общем, мы с Андреем пришли играть в автоматы. И, в общем, мы сейчас будем танцевать.
вот столько мы всего выиграли. Но на самом деле это все больше, чем оно так выглядит. Вот вживую, если ты смотришь, то ты видишь, это намного больше, чем оно получается здесь. Примерно вот столько. Так что мы очень хорошо провели время, реально. И сейчас пойдем посмотрим, можем мы что-то поменять на эти билетики или нет. Если нет, то, скорее всего, мы оставим так, чтобы это хватило еще на следующий раз. Мы придем, доиграем и выигрываем билетики. Сложно остановиться, хотелось еще играть и играть, да? Да. Тебе хотелось? Подумать только, 200 гривен. Нет, подожди, сколько? Мы закинули 150, плюс у нас было 180 бонус, плюс 10 гривен за карточку примерно. Плюс мы докинули пару раз. В итоге, короче, мы потратили 200 гривен. То, что мы могли купить за 15. Но в этом все мы. Да, в этом все мы. В общем, дельфин превратился в непонятно что. Мне кажется, он растворяется. Он не растет. Он должен был расти, но он решил раствориться. И спать все сзади все. Ужас. Смотрите, что это такое там плавает? Фу. Фу. Короче, с ним что-то произошло непонятное. А Кири Дед Мороз принес вот такого пупса. Да, вот это мини-версия Реборна Кейдора, в общем, вот такая вот. Я тут сейчас покажу. Кирин, можно? Такие тут тити. Тити. И дыркайся. Покажи мне еще дырку. Сейчас покажу, я уже показала. Такая писюха. В общем, она очень милая. Вот тут все такое мягенькое, приятненькое на ощупь. Прям вообще. Там есть еще, короче, побольше куклы. И это очень крутая, но, в общем, она реально очень реалистичная и крутая. Ну, только она просто из-за того, что маленькая, поэтому не такая реалистичная. Да. Но она очень крутая. Вообще, ножки прям такие, морщиночки. Морщиночки. В общем, вот так вот. Вот. Так, ребяточки, я, в общем, вышла сейчас по делам, иду в магазинчик, нужно сходить. Хотела сказать о том, что самое любимое время суток – это когда уже смеркает вечерком, потому что какая бы погода ни была, вернее, ну, в основном, когда нет дождя, то вот всегда примерно одинаковое небо в это время суток. И вот как сейчас, ну, для меня это всегда ассоциация с таким теплым летним вечерком. Поэтому мое любимое время суток, когда смеркает. Это самое крутое время суток для меня. И я вышла на этот магазин. Может, куплю какие-то вкусняшки или что-то еще. В общем, ребятки, мне дали задание, в общем, скачать рекламу, которая больше всего тебе понравится. Или свою любимую просто рекламу скачать. И найти в ней плюсы и минусы, то есть описать то, что тебе нравится, ну, вернее, профессионально это сделать, так как это задавали домашним заданием. Написать то, что я считаю плюсом в этой рекламе, а что минусом. Я бы хотела, наверное, чтобы вы тоже написали, или даже просто не писали мне ничего в комментариях. Если хотите, напишите в комментарии, если не хотите, не пишите. Но тоже бы задумались, какие вы видите плюсы и минусы в этой рекламе.
Ребятки, в общем, сегодня уже воскресенье, как вы поняли. И я сейчас буду делать домашнее задание, плюсы-минусы писать к рекламе. И всем всем приятного просмотра моего влога. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И всем пока!